Всем привет, подписчики моего канала! Себе очередное полезное и прикольное приобретение приобрел в Альбрисе. Называется стакан железнодорожник. Оформлен, конечно. Коробочка не очень качественно сделана. Надписи тоже такие прикольные. Видно, не видно. Вот это мне понравилось. Не болтай, наливай. Все верно. А теперь распаковываем его. Такой граненый 200-граммовый стакан. Вот. Самое прикольное, значит, тут градация за рельсы, за шпалы, за состав, за график, за перевозки, за пассажиров, за самые поездатые поезда. По мнению товарищей, которые этот стакан делали, вот видите, самое донышко, даже донышко выше, написано «за рельсы». Я так понимаю, за рельсы пить не стоит, потому что за рельсы не выпьешь, даже не нальешь за них. Потом за шпалы, за состав, за график. Это уже вот нижние три градации, это значит... Нижние две градации за рельсы, за шпалы, это чисто путейская. За состав вагоники. Я буду пить за график, так как я дежурный по станции и движенец. За перевозки, а вот за пассажиров не знаю. За самые поездатые поезда это обычно машинисты наливают. Вот такой вот стаканарик. Стакан железнодорожника. Прикольный. Жалко, я его поздно заказал. Знал бы раньше, на день железнодорожника самое то. Из него. За график несколько раз так. И все нормально. Как-то так. Всем до новых встреч. Что-нибудь еще куплю прикольное, обязательно видос сниму.